правительстве Магаданской области прошло заседание Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера. На Колыме проживает большое количество общин, представителей малочисленных народов. Многие из них активно продолжают традиции предков. По словам специалистов, оленеводство и рыболовство, сохранение этнической культуры и языков КМНС – основные направления, являющиеся крайне важными для представителей различных этносов. Ежегодные мероприятия, такие как праздник Хэбденек и этнофестиваль «Дыхание моря», стали традиционными для жителей Магаданской области, где малочисленные народы рассказывают о своих культурных особенностях. Также общины представляют свои интересы в различных международных мероприятиях. В 2021 году запланировано участие в таких крупных мероприятиях, как 7-й Всемирный конгресс оленеводов, 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021», 2-м форуме коренных малочисленных народов, 9-м съезде Ассоциации коренных малочисленных народов. На территории Магаданской области органами исполнительной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с общественными организациями коренных малочисленных народов реализуется комплекс мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие, сохранение самобытной культуры, традиционного образа жизни. 2 450 000 рублей выделено из бюджета Магаданской области на укрепление материально-технической базы родовых общин Среднеканского, Северо-Ивенского и Ольского городских округов. Есть ли информация для пассажиров? Каково состояние напольного покрытия и сидений? В Магадане подходит к концу декады чистый автобус. Специалисты проверяют аварийные выходы, наличие огнетушителей. Сотрудники госавтоинспекции проверяют документы водителя. Эксперты отмечают, нарушения есть где-то больше, где-то меньше. По истечении проверки, по выявленным нарушениям, которые мы определяем, направляем информацию руководителям автотранспортных предприятий для устранения отмеченных недостатков. Чаще всего нарушение в экипировке, отмечают специалисты. Напольное покрытие в некоторых автобусах имеет повреждения. Напоминаем, цель декады – улучшение качества маршруток, чтобы магаданцам было комфортнее передвигаться в общественном транспорте. КВН. Интеллектуальные игры. Добровольчество. Студент может найти себя в любом виде деятельности. Сотрудники отдела по делам молодежи мэрии Магадана провели беседу с учащимися политехнического техникума. Специалисты рассказали о том, в каких мероприятиях студенты могут поучаствовать и реализовать свой творческий потенциал в сфере молодежной политики. Посвятили акцию Дню местного самоуправления. В частности, мы рассказываем о проходящих у нас на территории города Магадана мероприятиях различных направлений деятельности, о мерах поддержки молодежных инициатив, молодежных организаций, общественных объединений. Ну и также анонсируем проходящих и интересных для молодежи мероприятий, таких как «Студент года», акция «День дублера», различные конкурсы и прочее. Отдельно строкой стоит упомянуть, это знакомство студентов, как правило, это первокурсники, с деятельностью городского внутреннего корпуса. Если студент имеет какой-либо талант или навык, который он хочет применять, сотрудники отдела по делам молодежи готовы его поддержать. Также обратиться можно с идеей о проведении фестиваля или конкурса. Творческому человеку помогут и поддержат его, уверяют специалисты. Обновленную лабораторию биологии и химии представили школьникам. В Северо-Восточном государственном университете ученики познакомились с новым оборудованием. Также для будущих абитуриентов провели консультацию по биологии. По словам сотрудников вуза, лаборатория нужна для того, чтобы студенты могли погружаться в изучение этой науки. Как отмечают специалисты, об этом говорил еще в 18 веке Михаил Ломоносов. Михаил Васильевич сказал: изучение химии преследует двоякую цель. С одной стороны, это углубление общенаучных, естественно-научных знаний, а с другой стороны, это приумножение жизненных благ. И вот очень хотелось бы, чтобы в стенах нашей обновленной химической лаборатории научные исследования студентов и преподавателей достигли этих целей. Лаборатория поможет и школьникам, уверяют специалисты. Колымский вуз проводит бесплатные занятия по подготовке к экзаменам. Мы проводим цикл занятий с нашими абитуриентами, будущими, да, выпускниками школы, десятиклассниками, по предметам, по которым сдается ЕГЭ.
И эти мероприятия будут проходить у нас в течение марта и апреля месяца по всем предметам школьного цикла. Такое консультирование в плане подготовки, это бесплатная акция, да, просветительская, консультационная, разъяснительная. Но одновременно мы это делаем на базе лаборатории химии. Вот сегодня занятие по биологии, подготовка к сдаче предмета биология, но мы проводим на базе кабинета химии, лаборатории химии, которую открываем сегодня. Школьники и студенты будут изучать оборудование лаборатории. Как отмечают сотрудники вуза, в ближайшее время планируют открыть и другие подобные кабинеты. На территории Магаданской области в период с 15 по 26 марта проводится очередной этап межрегиональной акции «Сообщи, где торгуют смертью». За 5 дней в органы внутренних дел поступило уже 6 сообщений от граждан о лицах, которые, возможно, причастны к сбыту либо потреблению наркотических средств. Вся информация в настоящее время проверяется. Характерным примером отработки этой информации является сообщение, поступившее от гражданина, который, прогуливаясь в окрестностях города Магадана, обнаружил группу молодых лиц, которые себя подозрительно вели и что-то искали в снегу. Подойдя к этому месту и обнаружив, что молодые люди разбежались, он нашел в снегу сверток, который впоследствии незамедлительно привез в органы внутренних дел, непосредственно в управление по контролю за оборотом наркотиков. По результатам исследования установлено, что в данном свертке содержалось наркотическое средство синтетического происхождения. При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия обнаружено наркотическое средство, которое находилось в схроне. По словам начальника управления, лица, добровольно выдавшие наркотические средства, не подлежат к привлечению к уголовной ответственности. Сообщить информацию можно анонимно 696-655, телефон доверия, а также по номеру дежурной части 102. Магаданский оркестр совместно с театральной студией «Ред» запускает арт-проект «Секреты духового». Первая глава – инструментальная редакция. Зрителям расскажут о музыкальных инструментах. Как отмечают специалисты, это образовательный цикл концертной программы. Мы каждый год будем показывать один концерт из этого цикла. И каждый раз это будет что-то новое. То есть знакомство с духовым оркестром, либо какие-то моменты, как он работает, либо какие-то специфика какая-то показана. На самом деле духовой оркестр – это самый разноплановый оркестр, ему подвластны все стили и направления. Плюс к тому, что он работать может и на улице, и в помещении, в движении. Даже на холоде мы работаем, когда 6 Дедов Морозов играем. Поэтому это самый универсальный оркестр, и хочется об этом рассказать. Как отмечает Алексей Грошевик, изначально хотели сделать такой формат только для детей. Однако решили, что такие выступления будут интересны всем. Концерт состоится в муниципальном центре культуры 24 апреля. Билеты можно приобрести на вахте МЦК. Сегодня в муниципальном центре культуры стартовал первый отборочный тур молодежного конкурса талантов «Звездопад». В номинации «Вокал» солисты и ансамблевые исполнители в возрасте от 7 до 13 лет представили свои номера. Участники из Магадана и области. У меня получается дебют. Я буду петь первый раз. Обычно я пела с хором. Было, конечно, намного легче, потому что если ты ошибешься, как бы хор тебя подхватит. Вот, и там намного легче выкрутиться будет. А тут как бы я буду петь первый раз. Вот, на этом конкурсе. И, конечно, будет сложнее. И волнение, конечно, тоже присутствует. Напряженная борьба и волнение овладевают даже самыми опытными вокалистами. По словам организаторов конкурса, детям вдвойне сложно. Тем не менее, юные солисты с достоинством открыли «Звездопад». 15-й городской конкурс исполнителей эстрадной песни и танца продлится до 10 апреля. В этот день состоится гала-концерт, на котором и станут известны имена победителей. А пока длится первый тур. В здании МЦК 27 марта в 15 часов в номинации «Вокал» покажут себя старшие вокалисты. 26 марта в 19 часов представят свои номера участники в номинации «Хореография».